вышли на ремонт оживлять пароход. Подключаться будем. Два года стоял. Дальше посмотрим. 7 апреля. Снежок с утра сыпанул мокрый. Но уже растаяло. Прохладненько. Вот наш новый. Новый старый объект. 49-й будет стоять пока. Ждать своей участи. Хотелось бы, чтобы поработал, конечно. Но не факт. Прямое включение у нас сегодня. Вот начали ремонт на речном, на 64-м. Достаем поршня. Проверка, чистка. Головки, крышки цилиндров. Ревизия, клапана, притирка. Седла, направляющие где надо. Так, по мелочи еще что-нибудь. Работы, кажется, мало, но ее много. Рук мало. В 18-м году еще работал теплоход. Больше дальше стоял. После ремонта планируется на слип. Дальше как получится. Такие пироги.